Лайк плюс подписка. Всем привет, ребята, и с вами, как всегда, я, Ананасик, и сегодня я вам расскажу, как получить в магазине и чтобы можно было купить секретную машину в Чикенгане. Ребят, как мы видим, секретной машины просто нету в Чикенгане сейчас, на данный момент у меня, потому что я ее купить и не могу. Но чтобы она появилась в магазине, нам нужно, конечно же, пару действий сделать. Давайте зайдем на вот эту карту, которую вы видите на экране. Давайте сохраним просто игру. Вообще, неважно, какое название будет, я напишу секретик. Вот, чтобы нам не мешали игроки, ребята, и мы спокойно, в принципе, нашли эту секретную машину. Ну и давайте теперь пароль любой и заходим на эту карту. Теперь просто смотрите, вот мы появились где-то в этом месте. Мы теперь по заборчику идем, ребята, пока не наткнемся на машину. Так будет удобнее намного, и, в принципе, мы сможем, конечно же, найти эту машину. Ну и вот я уже близко к машине, ребята, как мы видим, вот она стоит прямо перед нами, и она реально очень крутая, ребята. Просто очень крутая секретная машина. Просто нам нужно на нее сесть, и все, ребят. Она появится у нас в магазине. Все, мы сели на нее, можно выходить из сервера. Ну и теперь в магазине должна появиться секретная машина. И да, ребята, она появилась. Это очень круто, ребят. Ну что же, все. С вами был, как всегда, я, Ананасик. Пишите в комментариях, знали ли вы, в принципе, эту секретную машину. Все, всем пока. Лайк плюс подписка.